This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Можно выходить? Все, да мы не можем понять, когда хлопать-то. Молодцы! Браво! А что, можно продолжать танцевать? Да, можно, конечно, мы вышли говорить. Танцевать на самом деле, а не говорить. Но раз уж начали говорить, будем говорить. Да, хорошо. Школа танцев Evolvers в гостях. У нас сегодня среда, но они снова с нами. Есть повод очень важный. Давайте пойдем о нем поговорим. Антон, что в руках у тебя? Я думаю, ты этого не знаешь сам. Я знаю, ребята. Это диплом. Представляете? Это диплом. Это не постер, не плакат, не реклама. Это самый настоящий диплом, который девчонки привезли из Швеции. Давайте дадим слово Юлии Коробейниковой. Юля, это руководитель, хореограф школы танцев Evolvers. Юля, расскажи, что это такое? Это диплом. Да, это диплом, который за первое место, которое мы выиграли в Швеции, в Стокгольме, на международном фестивале Street Star. Когда вы там были? Мы были там 2 недели назад. С 7 по 12 апреля было мероприятие. Это написано, да, подтверждаем. Да, подтверждаем. Эй, при луне. Вот. А затем мы поехали в Москву еще на один фестиваль экспериментальной хореографии «Ключи». То есть вам не хватило? Вот это оттуда? А это оттуда, да. Заметьте, в Швеции, так сказать, берегут природу, землю. Вот у них какой-то диплом из непонятного материала. А вот у нас в Москве дерево, все нормально. Все натурально. И ключ. И ключ. Ключ еще? И ключ. Экспериментальные танцы «Ключи», вот такой. А что экспериментального вы представили в Москве? Какие были эксперименты? Эксперименты, ну, это надо, наверное, видеть, наши эксперименты, да, чтобы как бы их ощутить. Их можно показывать в утренней программе? В утренней программе? Ну, почему нет? Можно. Но недостаточно места для того, чтобы, да, достаточно погрузить зрителя, наверное, в этот эксперимент. Вот, выступали с различными командами, с различных городов, уже предварительно отобранные на этот фестиваль, то есть по видео. Вот, было 13 команд, с Москвы много команд, Челябинск, Ростов-на-Дону. В общем, конкуренты были, но мы очень счастливы. Вот. Ну, вы их подвинули. Убрали конкурентов. Не то, что прям убрали, но мы вот были немножко... Кто оценивал? Егор Дружинин опять? Егор Дружинин, да, был. Опять? Он за вами ездит все время теперь? Да нет. Было 3 судьи из Германии и 4-й представитель судейской коллегии, это был Егор Дружинин. Он тоже на немецком может говорить, да? Ну, говорил на русском, не знаю. Сколько можно уже вести этот Егор Дружинин? Скажите, вот эти победы какую-то новую, не знаю, волну в ваше творчество они привнесут? То есть по-другому будете танцевать? Теперь? Ну, мы и так танцуем по-разному, да, то есть у нас различные направления, мы практикуем все, но вот больше будем экспериментировать, нам это нравится. Смотрите, как правило, когда люди приезжают на фестиваль, они оттуда что-то увозят, ну, в плане там подглядеть, подсмотреть у других коллективов, вот насколько то, что было представлено другими участниками вот этого конкурса, было для вас в новинку, или в Красноярске все знают и умеют, без международного опыта? Ну, было очень приятно слышать, что это мы в новинку. Да? Вот, да, мы в новинку. То есть все удивились, что откуда-то из Сибири приехали, да, девчонки, да, и да, баба. Даже статью написала московская журналистка в один журнал. Она говорила о том, что непроизвольно, когда приходишь на такой фестиваль, и когда видишь из провинции какие-то коллективы, и Москва, то есть думаешь, что провинция, ну, как бы проходящая, ждешь Москву, а оказалось все наоборот. То есть вот как-то она... Они думают, что мы еще с кассетными магнитофонами ходим. Да, да. И танцуем ламбаду. У нас, ребята, играют медведи на балалайках, а мы им подтанцовываем. Еще хочу сказать такой момент. Очень, ну, мы не ожидали, конечно, так как не оговаривалось приз, да, на фестивале, вот именно «Ключи», но призом стала постановка своего спектакля в Москве. Вы будете ставить свой спектакль, да, в Москве? Да, и мы будем показывать. В течение года мы можем поставить спектакль, то есть нам предоставляют площадку. Девушки так хлопают, как будто они про это не знают. Ура! Площадку, поддержку рекламную. И, в общем, мы, если... Ну, то есть, как мы можем привести свой спектакль. То есть вам сейчас не до отдыха, да? Вы сейчас будете...
Трудиться. Ну, для нас, конечно, это новое какое-то веяние, новый толчок, новое. Спасибо большое, что поздравляем пришли к нам. Раз. Ну а мы как раз об отдыхе и хотели поговорить. Если отдых вы... с пользой для здоровья, Антон. Да. Вот да. Что важно сейчас. Если это ваша жизненная позиция, отдых с пользой для здоровья, тогда внимательно смотрите наш следующий сюжет. Мы расскажем, где в Красноярском крае можно насладиться свежим воздухом, получить медицинское обслуживание высокого уровня. Внимание на экран.